Уже несколько дней, как я начал сенокос. Встаю рано утром, беру ручную косилку и направляюсь на поле. В день возможно косить до 40 сот, а косой не менее 20, говорит Хачатур Хачатурян из Минасминды. Всем вместе, бошке берзис, бошке шока кези глазды. Арало демески, а стен ксан сота бердили. Եթե ձերքի խաղելիր, իր գորվատի խաղելիս։ Հանգշելով, եթե խաղես 40 սոտ, 50 սոտ կրանք խաղ։ По словам Хачатура, по сравнению с прошлым годом, в этом году нет сена, и цены, соответственно, будут высокими. Ходи виджаге стари туле, ходи, ходи кичей ли. Основной ящик хамеры, цановен станы ниже очень, лаурен. Хамеры шат кичей. Իս գինը հələ նաղդի հայտնի չէ, կանից է ինչ է։ Ուշուտով գելի, այս կաղեն կամար սկվավ արդեն պերս եղավ, հայտնի գինը իչկան գելի։ Անչալ դարի չորս լարի է, թե իմի թե կիչ եղավ թանգտցին, այդի արդեն։ Կիչ եթե անասունգը բայես, ձեր ընդու չէ։ Եթե տասադից ավել գունենաս, ընչ ժամանակ օգուտ գունենաս։ Малое количество травы создаст большую проблему для жителей Минасминского муниципалитета, так как 80% населения занимается скотоводством. В прошедшем году тюк сена стоило до 4 лари, однако при нынешних условиях цены могут возрасти вдвойне.